Здравствуйте, уважаемые рыболовы! Видеообзор подготовлен специально для интернет-магазина F-Magazine. В данном видеообзоре хотелось бы рассказать о довольно интересном и качественном балансире от компании Scarana. Моделька у нас называется Solid. В данном случае у нас модель имеет фосфорное покрытие, то есть воблерок у нас имеет свечение в темное время суток, либо при подледной ловле, когда у нас пасмурная погода и, соответственно, лед у нас покрыт снегом. Данная расцветка, данное, точнее, исполнение с фосфорным покрытием может в неком случае нам довольно-таки неплохо помочь в некоторых ситуациях. Данный балансир поставляется в такой вот довольно-таки классической упаковке для скарановских балансирчиков. Моделька у нас имеет длину 35 мм, вес ее составляет 5 грамм, и расцветка в данном случае идет под маркировочкой 36. Сам балансирчик у нас довольно-таки некрупный, подойдет он больше для ловли окуня, либо некрупной щучки. Что интересно в данном балансирчике, то что еще помимо фосфорного покрытия, балансир имеет монолитный с телом хвост. То есть балансир очень и очень крепкий. Некоторые недорогие балансирчики, скажем так, с пластиковым хвостом зачастую грешат надежностью соединения хвоста, соответственно, и тела приманки. Зачастую эти хвостики пластиковые отлетают. В данном же случае хвост у нас монолитный и, можно так сказать, что неубиваемый. Крючки здесь, соответственно, в хвостовой и в головной части одинарные, очень-очень острые, очень цепкие крючочки, нареканий абсолютно никаких не вызывают. Сам балансир изготовлен очень качественно, имеется 3D-глаза у нас, ну и так далее. Снизу посредством проволочной такой вот застежечки установлен тройной крючочек. Тройной крючок у нас тоже очень острый, нареканий тоже никаких абсолютно не вызывает. Притом еще крючок у нас имеет на, скажем так, своем теле такую вот капельку. Капля у нас имеет сине-голубой цвет в верхней части, нижняя часть розовая с белой капелькой. Зачастую вот эти капли отлично срабатывают, особенно если мы ловим окуня. Также они немножко стабилизируют сам тройной крючок, а также служат некой точкой атаки и дополнительно привлекающим фактором. Данный балансирчик довольно-таки неплохо играет. Очень хорошо ходит он по сторонам, в принципе. Также на подергивание балансир довольно интересно себя ведет. Тоже довольно-таки плавные движения. В принципе, абсолютно никаких нареканий по игре данный балансирчик не вызвал. Игра очень-очень интересная. Подойдет данный балансир, соответственно, для ловли в большей степени окуня. Подойдет как для подледной ловли, соответственно, зимой, так и для летних периодов, когда мы можем в отвес также рыбалить, использовать, применять данную приманку при отвесной ловле с лодки, соответственно, можно с дрейфующей лодки, можно просто в безветренную погоду где-то на перспективных местах останавливаться. То есть здесь тоже можно применять вполне не только зимой. Балансир можно приобрести, пройдя по ссылке в описании под видео на сайте интернет-магазина F-Magazine. Также в описании под видео можете найти промокод «Рыбалка34», который дает скидку до 20% на многие бренды, представленные в ассортименте данного магазина. Всем, кому данный видеообзор был полезен, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Пишите комментарии под видео. Всем спасибо за просмотр. До свидания.